с Валей мы учились в школе вместе, в одном классе. Пришла она к нам с 5 класса, она у нас не с 1 класса, а с 5. Но как-то сразу влилась в наш коллектив, мы ее все полюбили. Это была очень добрая, отзывчивая, красивая девочка. Всегда приходила на помощь, если надо было. Последняя встреча выпускников у нас была в феврале месяце. Она не смогла прилететь, но мы с ней потом пообщались, я ей рассказала, как все прошло. Валя сказала, очень жаль, что я не смогла приехать, очень хотелось всех увидеть. Мы с ней не только учились в одном классе, мы с ней жили в одном дворе напротив, делали вместе уроки, я приходила к ней, она приходила ко мне. Помню такой случай, что я очень хотела собаку, но родители мне не покупали собаку. Вале купили собаку, Коли у нее была такая рыжая, я даже помню, как ее звали, Фебик. Ну, мы были, наверное, в классе 7-8, и зная, что я очень хочу собаку, она без меня даже не выходила гулять. То есть вот она мне звонила: «Карин, я иду сейчас гулять с собакой, выходи». Вот мы вместе с ней гуляли с собакой. Конечно, это очень большая утрата, я когда узнала, не могла поверить. Стала читать списки, думаю, может, какая-то ошибка. Нет, все-таки наша Валя. Очень скорбим, плачем, выражаем глубокое соболезнование родным и близким.